Артем, Олег, очень приятно, очень приятно, чтобы вы понимали, насколько он выше меня, но я выиграю этот челлендж, черт возьми. Так, давайте, сейчас начнем, да? Да. Давай, начинайте, начинайте, как говорится, мы дома, вы в гостях. Со штрафной бьем? До штрафной, да? Сослан, не посрами. Нет. Хорошо! Да. Начали хорошо! Давай сразу, так я тоже могу, Олеж. Так, еще два удара у тебя, да? Давай по три, да. Это так, три удара у него. А может я сразу тоже три рукой ударю, а потом на... Да, Сосик! Сос! Чуть-чуть, с 3-0. Так, Артем Тетюхин. Да, не страшно. А, дернулся, как? Надо спать попробовать будет. Добавь, да, я согласен, но я... Да. Все по центру ее. Ну, 0-0, 0-0 пока. Пока в чужой дисциплине. Олег, начинайте. Ладно. Так, как, 16, да, будем бить? Надо попробовать, да, с пенальти. Что с пенальти, не вопрос. Давай, 0-0, Олег, давай. Без выдумок, давай. Как рукой так же. Хорошо, хорошо. Стабильно. Ага. Хорошо, так. Его размяли уже. Сос! Фу. Хорошо! Ага. А если 0-0 сыграет, такое возможно в челлендже? С пенальти пробьем. Да, но пенальти там кто-то из нас тоже забьет. Мне тебе тоже со слона болеть надо? Конечно. Один ноль, повезли контору. Один ноль. Есть. Сейчас с руками с 11. Сос, соберись, пожалуйста. Не, сам, я думаю. Да не, мне стоит, хватит. Мне главное попасть. Так, Олеж, давай без стрессов, мимо бей. Хорошо. По-моему, коснулся даже. Не, по-моему, коснулся, да. Так, хорошо. Ну, Сосик! Ну! Олеж, ну... Размочил. Нет, надо было размочить хотя бы. Да, согласен, он почувствовал кровь. Хорошо! Так, 1-1, да? Сос, прием хороший очень. Артем. Дадим Титю. Шанс, ладно. Спокойно! 2-1. Как я играюсь так? 2-1, да? Как его туда? 3-1. Я же волейболист, оказывается. Чего я ногами бью? 3-1, да? Как? Так, 3-1, да, поехали. Я-то думал, надо посильнее бить. Не, а тут просто в угол можно. Да, тут так и работает специфик с нашими вратарями. Да что? Сильных не пробью. Давайте, ногой. Дорогой мой. Ладно. Исполин. Подожди, дай ему собраться. Ему нужно вот это. По центру стой, блин. Ну что, думаешь, он будет попадать? В угол, ювелир, думаешь, здесь? 3-2. А почему бы нет? 3-3. Ты смотри, что творит, а? У нас какая-то, мы с ним поменялись, я руками вел, а он ногами. 3-3. Да! Эту ногу мы знаем! Черт. Так, 3-3 еще, да? Слава, надо, пожалуйста. Глаз задергался, видно? Да ну на! Для интриги, для интриги. Ты нештатный пенальтист. Четыре три. Еле-еле. Ну я так, я же, знаешь, я же игровой. Так это я выиграл, получается. А футбольным не бьем? Футбольным не бьем. Хочешь футбольным бить? Давай футбольным еще ударим. Я не против. Давай футбольным рубанем разочек.
Да, оттуда три, давай, отсюда три. Нормально. Не, нормально, что ты? Нормально, нормально. Дайте мячик один, а? Не буду, конечно, он. Голова, дайте один мяч, пожалуйста. Сов, спасибо. С 11 будем бить, давай. Да? Давай, с это, далековато, да. По просьбе Олега. 4-3, по 3 удара. Я не верю в приметы. Ты, да? Подожди, ты не веришь, да? Нет, давай, хоть облизни его. Вылезал. Ты смотри, а? Сос, я что, тут просто так, что ли, улабзал? 4-4. Все, спокойно, у него в другую сторону нога не разворачивается. Я тебе говорю, у него в ту сторону нога не разворачивается. Ты что туда прыгаешь-то? Не, я тут сдача, ребят, пошла, я вам скажу. Сослав что-то ему подмигивает там. 5-4, да, стало? Смотри, что делает? Да не, он сдает, я тебе говорю, он просто три пропустил. Три из трех. Я ему сказал, что он туда не ударит, в другой угол. Сос, фу, фу, фу. Я тебе говорю, он меня плавит. Я считаю, что я победил. А счет-то 6-4 тем временем, правильно? Повозит он ее. 6-5 ее. Сейчас Аслан Дехея. 6-6. Ну что делать будем? Надо бить откуда? Давай чуть подальше ударим. Или давай пенальти? Подальше. Или пенальти? Давай подальше. Как ты хочешь? Нет, скажи. Пенальти уже били. Давай, давай подальше. По одному удару давай из-за штрафной. Ну, контрольный, да? Контрольный, да. Откуда будешь бить? Куда хочешь? Я? Ты? Да, предоставлю шанс. Спасибо. Повести. 6-6, да? Да. 7-6. Азмун. 7-6. Ну все, давайте, заканчивай. Сос, давай вот без... Сейчас дальше пойдет, смотрите. А тоненького ее. Спасибо, спасибо, Олег. Ты сражался, как лев. Я старался, да. Спасибо тебе, спасибо. Да! Сос, спасибо, что ты пытался всячески помочь Олегу. Да, хорошо, вот сейчас пусть... Вот, смотрите, вот этот договорничок, смотрите, спасибо, говорит, спасибо ему, говорит. Понимаете, почему, да? Занесу. По три удара, да, Вань? Да, удара. Давай, три удара в перекладину попасть. Давай. Ага. Нет, она сильнее. Нет! Ага, хотел забрать по мячике. Так перекладину или в штангу? Не штанга, а перекладина. Я так и в волейболе не хорош получается. Пока еще нет. А в штангу что, не, полбалла не считается в штангу? Чой! Давай, может, по 5 ударов вот сделаем руками и ногами. Так, ты 3 сделал. Ты 3 сделал. Мы подмонтируем, я что думаю. Что ты делаешь, что? Артем? Ай-яй-яй-яй. Еще подрезал мяч, блин. Ха. Так, у меня шансик остался. Все, 0-0. Так, 0-0, да? Давай только футбольным бить. Давай. Так же по 5. Ну тут-то должен же я разочек-то попасть. Раз. Да нет, чуть не попал. Ага. Блин. Ну, вот, вот, это почти, плохой, чуть. Да, очень плохой. Я на твои ворота хотя бы попадаю. Так, а специфика не ворота попадать. Черт. Так, с 2-1, с 2-0. Не? Не? 2-0.
Оп. Два. Ну чё? Чё, с Олежкой поиграться, можешь левенько ударить? Вот играюсь просто, я просто играюсь. Любого соперника привозить сюда. Ёба, чуть не попал. Подожди, не бей. Да, я ударю, если вдруг промахнусь, у тебя будет два решающих удара. Хорошо, давай. Чтобы у тебя нервишечки были. А я вдруг левенько-то шальной императрицей. Давайте так, 3-0. Я даю, если он из 2-2 попадает, то 3-3. Ну. Чё, с ума сошёл? Первый есть. Зачем мне это сказал? Так, случайности бывают. Так, подожди. Еще один. Если попадаешь, то 3-3. Да. Да, давай, у меня лучше получается, когда... Авада Кедавра. Снова победа. Итак, Олег. Итак, что еще? Что еще? Любые игры. 2-0 пока. Тоже надо закрутить. Я тебя понял. Пожалуйста, нет. Ювелирно. Мяч полностью пересек. Полностью? Полностью пересек? Да что ж такое-то? Ха-ха. Да ёшкин такой. Пора отыгрываться. Да, 1-0 горю. Вот это узнаю. Вот настоящий Олег. У меня одного хватит. Так-то, а? Еще по 3 удара, да? Хорошо. Нет, ай. Да иди ты, Артём, а. Но он еще... Не, если он еще раз не попадет, я подумаю, что это случайность. А! Надо сильнее его крутить. Так. Мне хватит одного, чтобы... Так еще футбольными, ты не забывай. 1-0-то это... Нет, нет. Нет! Фу. Подайте один мяч. Так, получается с 5-1 у него, да? Да. Магия Навацкого, магия Дзюбацкого. Да иди ты, Артём. Все, 0-1. Нормально, нормально, уверенно. Ногой отсюда же или оттуда? Или отсюда? Сразу сверху. 1-1 в моей игре. Так, я попал. Че, идем дальше на угловой или отсюда же? Ты как хочешь. Без разницы. Давай вот... Это твой вид спорта, твои правила. Давай здесь чуть посередине. Давай. Уйдем. Ванюх, ну дай мячик-то принеси, пожалуйста. Пока спокойно, спокойно все. Пойдем эти 3 удара с углового, давай, да, сделаем? Что будет интересно. 1-1. В общей сложности сделали по 7 ударов. Осталось по 3. Идем делать с углового. Ты можешь даже чуть выдвигать, я попробую отсюда. Окей. Завалить. Да нет, все это. Ага, хорошо. Хорошо пошло. Крауч же так же делал. Да. Чуть выше, даже выше. Какой шанс? Ля шанс де финаль. Так, по 2 удара осталось. Олег Азмун. Так, надо попадать, Артюшка. Надо попадать. Ага, попал. После вас. Нет,
Не-а. Так, последний удар, да? Я очень близко, да. Две штанги у тебя было? Да. Ключевая ошибка была, что я хотел верхом забить, но не надо. Теперь я понял, надо просто забить. Да. Я сказал, хотел забить верхом, но потом понял, что нужно низом. И снова 2-1. Итак, Олежка, дрогни. Давай! Да ладно! Есть! 2-2. Так, 2-2. Сейчас, если ничья, то что мы делаем? По одному я считаю рукой и по одному ногой. Не, давай теперь я рукой начну, а ты ногой начнешь. Давай. Так, 2-2, дополнительные. Да ну ё! Нет, давай, нет, крутись. Нет. И есть. Забил же, а? А оттуда бьем, да? С головой лучше получалось, давай. Давай отсюда, да. Ай-ай-ай. Не, ну я не верю, Олег, ну раз, ну бывает, ну случайно, ну. Я ну, два чтобы, забил тогда. Ну чтобы, или ну раз. Чтобы. Давай. 3-3, что мы, еще раз? Давай сразу друг другу пенальти пробьем, и ногой, и давай. Рукой, да? Давай. Кто начнет? Счет 2-2, да? Возьмет 3-3 ли у нас даже. Возьмет ли Олег хоть одну серию со мной? Я слишком пытаюсь забить по штангу. Тут можно просто в сторону, да? Куда хочешь. Все, два, да? Два, есть, да. Печатки нужны? Нет. Так, с 2-0. Надо забивать. Я один воткну, а в футбольном уже у него шанс вообще ноль. А вот лошара. Так, футбольным, да? Да. Давай я начну сразу. Давай. Так, счет пока 2-2. Три, два. 4-2. Давай, дорогой, надо из 2-2 тебе взять. Я тебе не сослал, Джанаев, сразу тебе говорю. Да, ты видел, у него нога ушла. Сейчас, подожди. Да. А хотя давай так же. По-мужски. Без перчаточек. Ну что, дорогой, давай. Это тебе не Джанаев. Ну видел же. А я говорил, кто научил Игоря. Где он подсмотрел это? 4-2 и последний. Блин. Спасибо, дорогой. Ты вообще 3-0. Да, я должен подбить его и вторым вернуть. Давай. Хорошо, я второй подбрасываю и третий атакую. Да. Давай. По 5, да? Да. 5 ты мне волейбольных, я тебе потом 5 футбольных. Ага. Разминочный. Come on! Ах ты. 2. Надо сторону. Из 2-2. Ай, хорошо. На вылет. С 3-2. Точнее, с 3-1 ты мне за. Аут. Сам пахнет, это уже техника. Я тут поймал. 4-3 поймал. А, это считается все-таки? Ты должен был в поле перебить. Нет, ты также можешь погасить чуть-чуть, если. Ай, браво. Сейчас обманул ее. Ну а смысл? Я лучше ногой. Так, а ногой как мы? А ногой я тебе просто оттуда. Чуть подальше туда длинную делаю. Ага. Ты должен просто принять. Окей. Рядом с собой. Можешь даже если почеканить, то вообще. Окей.
Ну да. Ладно. Это не принял. С 2-1. Я понял, что простые ему не надо давать. Да, сюда, считай, считай, считай. А? 4-2. Так, если сейчас принимаешь, то ничья. Если не принимаешь, то я выиграл. Да. Да! Да! И снова победа. 3-2. Считай, я на ход принял. А? Считай, я на ход принял. Да, на ход, да. Надо считается на ход. Красава. Ладно. Спасибо. Спасибо тебе огромное. Будем приятно познакомиться. Сейчас как-нибудь обязательно хочу. Вы же играете там в серии, правильно? Да, но мы со следующего года. У нас сейчас в межсезонье. Ага. С марта только начинаем турниры. В Москве где-то в мае будет. Ну, если мне получится, я с удовольствием приду, если ты не против. Я видел, конечно же. Я очень люблю вообще, в принципе, волейбол. Пляжный сейчас очень сильно развивается, как да, я понял. Да. И очень круто сейчас становится, мне кажется. Так что я с удовольствием приду. Спасибо тебе спасибо огромное. Еще раз. Ты приходи на наши матчи, с удовольствием да. ждем. Так, Олег, вот хотели бы от лица сборной России тебя пригласить на матч. Спасибо. С ближайшими шотландцами. Приходи, приятно, пожалуйста, там поболеть. У меня тоже есть президент небольшой. Спасибо, приятно. Это маечка с турнира. Ой, вот это хорошо. Игровая, официальная. 2XL, между прочим. Артем 2XL. Это моя, я тоже большой. Да, ну ты очень большой. Поэтому я даже как-нибудь сфотографирую с ней. Спасибо тебе огромное. Да, давай маечку надо разыграть, да? Друзья, надеюсь, всем понравилось. Вот наши автографы с Олегом. И смотрите ссылку в описании. Победителю, да? Или кому? Победителю мы подарим этот шикарный волейбольный мячик от нас. Так что всем удачи. Смотрите футбол и пляжный волейбол. Да, все. Спасибо, дорогой. Спасибо тебе большое. Да.